Юная художница Эмилия Насырова обожает рисовать. Пример берет со старших. Осенью решила принять участие в конкурсе «Рисуй как Шишкин» и прислала свою работу с осенним пейзажем. Хоть призовое место и не заняла, все же заслуженно получила сертификат, а также репродукцию картины Ивана Шишкина. Спрашивали, я захотела поучаствовать. Я люблю, потому что рисовать. Я сама дома учусь у папы рисовать. Ей, видимо, передалось. У нас папа хорошо рисует, но он никуда не ходил, не занимался. Просто вот дар такой, рисует хорошо. И вот ей, видимо, это передалось. Она с маленького вот рисует, все время рисует. Вот в свободное время она что-нибудь, животных, котиков очень любит рисовать. Конкурс организовал историко-краеведческий музей Волжского района села Дубовый Умёт. Он стал предвестником зимнего фестиваля пленэра «Русская пастораль». Профессиональные художники уже бывали здесь и поддерживают дружеские отношения с музеем. Но такое событие прошло здесь впервые. Обычно они пишут на открытом воздухе, но в этот раз помешала пурга. Кто-то дописывает уже начатый пейзаж по памяти, а кто-то работает с тем, что есть внутри музея. Отличительной особенностью пленэра стало общение с детьми. Ребята могут посмотреть на процесс творчества и узнать больше от художников из первых уст. Дело в том, что пленэр – это не просто там собрание художников, которые в какое-то время где-то пишут, но, как правило, это культурные события, которые к себе, вокруг которого устраивают организаторы какие-то программы, в том числе тут лекции, мастер-классы, творческие встречи, и даже концерты и насыщенные достаточно программы. Картины этих художников известны не только в Самаре, но и за рубежом. Они выставляются и хранятся в коллекциях. Одну из созданных на пленэре работ каждый живописец передаст в коллекцию Дубово-Мётовского музея. Эти художники пишут пейзажи Дубового Умёта, ближайших окрестностей. Мы еще будем выезжать в ближайшие села. Это вот впервые в Волжском районе будут появляться живописные работы, посвященные вот нашим замечательным местам. И у нас вот такая коллекция будет формироваться. Это наша замечательная коллекция очень ярких, неожиданных порой творческих работ, причем рождение которых мы вот ждем на этих днях. Пленэр длится 5 дней. Для участников организовано питание и проживание. Всеволод Кокрев, Сергей Александров, Новости губернии.